врача. Одна сотвердила грыжу и хирургии. Другой, молоточком по телу стуча, рецепт прописал и, прощаясь, промолвил врача о том, что тут явно запущена пневмония. И третий нашел, что банально лишь грипп у него, что вирус есть вирус, все просто и все повседневно. Плечо же будет приятнее всего от того, что чистил машину и гвозди вколачивал в стену. И только четвертый мальчишка, почти практикант, на пятые сутки со скорой, примчавшийся в полночь, мгновенно поставил диагноз «обширный инфаркт». Если кардиограф, все точно, обширный инфаркт, уколы, подушки, да поздно нагрянула помощь. На пятые сутки диагноз, и вот его нет. А если бы раньше, а если все вовремя ведать, а было ему только 40 каких-нибудь лет, и сколько бы смог он еще и увидеть, и сделать? Ошибка в диагнозе. Как? От чего? Почему? В ответ я предвижу смущение с обидой улыбки. Но врач-человек, так неужто ему нельзя совершить, как и всякому в мире, ошибки? Не надо, друзья, ну к чему тут риторика фраз? Ведь, честное слово, недобра эта дорога. Минер ошибается в жизни один только раз. А сколько же врач? Или все тут уж проще намного? Причины, да будь их хоть сотня мудреных мудрей. А все же решение очень, наверное, простое. Минер же ошибку расплатится жизнью своей, а врач, ошибаясь, расплатится жизнью чужою. Ошибка – конец, вновь ошибка и снова конец. А в мире их миллионы, судьбой плачевной. Да что миллионы, мой смелый, мой юный отец, народный учитель, лихой комиссар и боец, когда-то погиб от такой вот ошибки врачебной. Не видишь решения, возьми и признайся. Не знаю, тому достань, или с другими вопросы обсуди. Не с дрожьи Пократа в клетке есть фраза такая. Берясь за лечение, не сделай беды, не вреди. Бывает неважно швея или слабые рабочие. Ну ладно же, все ни по чем. Но врач, он не вправе быть слабым. Или так, между прочим. Но врач, он обязан быть только хорошим врачом. Да, врач, доктор не бог. Тут иного не может быть мнения. И смерть не отменишь, и годы не сдвинутся вспять. Но делать ошибки в диагнозах или лечении, вот этих вещей нам нельзя не терпеть, не прощать. И пусть Петре хотя бы 100-кратно придется. Ошибся лекальщик, и тут хоть брони его век. Но в ящик лечит заготовка, а врач ошибется, то в ящик, простите, сыграет уже человек. Как быть, а вот так? Нам не нужно бумага под ноги, пароль для престижа. Тут главное ум и сердца. Учить надо тех, кому действительно искорка Божия. Трудится страстно и будет гореть до конца. Чтоб звездам открытие изумит крыльям бесстрашно звенящим. Пускай без статистик и шумных парадных речей дипломы вручаются только врачам настоящим. И жизнь, пускай, не прирожденных врачей. Чтоб к людям, прихворев, уверенно жить и лечиться, пускай... Ищите, ребята, смелее к наукам ключи. У нас же воистину есть у кого поучиться. Ведь там же часто первейшие в мире врачи. Идите же дальше, сражайтесь, упрямо и гибко. Пусть счастье и здоровье от вашего светит труда. Да здравствует жизнь, а слова, роковая ошибка, пусть будут забыты уверенно навсегда.